Добрый день, дорогие телезрители. Это программа «Кэшер онлайн». В студии ведущая Алексей Кофтун и Екатерина Иванова. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 0324. Ну, начнем традиционно с коронавирусной статистики. На 9 сентября в КЧР 47 новых инфицированных. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 24 454 человека. Из них 21 908 человек выздоровели, 502 человека скончались от коронавирусной инфекции. Вот и перешагнули мы этот порог в 500 человек. Печальный, да, действительно, порог. И 615 человек остаются госпитализированы, они получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные лечатся на дому в режиме самоизоляции под контролем врачей по всем нормам Минздрава России. Ну, а мы перейдем к главной теме сегодняшней программы. Каждый второй школьник раз в жизни пробовал наркотики. Это, к слову, данное анкетирование, которое провел проект «Трезвая Россия». Выборка достаточно большая была в опросе. 20 тысяч молодых людей по всей стране. То есть 5 из 10 учащихся наших школ в возрасте от 13-15 лет минимум раз в жизни пробовали наркотики. Девочек 30%, мальчиков 70%. 7 из 10 в возрасте от 15 до 17 минимум раз в жизни пробовали наркотики. Да. Вот таким образом я, как папа двух девочек, которым скоро идти в школу, начинаю напрягаться, у меня начинают возникать вопросы. А что делать-то? Да, да, да. Но 9 из 10 учащихся всех видов учебных заведений назвали легкую доступность наркотиков одной из главных причин начала потребления. Также основными причинами начала потребления стали недостаток информации о реальных последствиях этого. Среди учащихся, к слову, такое широко распространенное мнение о существовании якобы легких и безобидных наркотиков, не причиняющих существенный или вообще никакой вред здоровью. Замечательное мнение. Так вот, как проходит профилактическая работа с группой риска? А вот сейчас внезапно выясняется, что группа риска — это как раз на самом деле наши школьники, то есть и средняя, и старшая школа, фактически все без исключения, что как раз, да ладно, учителей, в первую очередь родителей должно, как сказать, мобилизовать. Вот. Вот подробнее об этой теме мы поговорим с нашим гостем, Инесса Дмитриевна. Добрый день. Добрый. Итак, здравствуйте. Ну да, наркотики. Жуткие цифры мы вот зачитали давно с Алексеем. Говорим. Это причем данные, которые, ну, не только этого года, это вот за несколько лет. Но больше всего, что меня вот на самом деле потрясает, это вот основная причина начала потребления — недостаток информации о реальных последствиях этого. Ну, то есть эти ребята сами в анкетах это указывают. Я сам, он родом из Советского Союза, нам еще в Советском Союзе это рассказывали. Начиная с середины 80-х. Сейчас, по-моему, последние 30 лет. Ну, не дайте мне соврать. Плотно ведь говорим, да? И насчет на 30 очень сложно сказать, на самом деле. Просто пометуя, допустим, свои школьные годы, вот вообще от слова совсем никто ничего не говорил, да? То есть был прям какой-то период абсолютного затишья. А вот видите, в плане как любопытный момент. Вот мне вот с моего возраста кажется, что мы говорили. Вам своего, вы свидетельствуете, что был провал. Ну, я соглашусь. Вот с Инессой мы примерно деле, в одном, да, возрастной категории. И у нас в школе тоже не было вот таких вот классных часов. Или к нам никто не приходил, не агитировал. То есть, получается... Я вот, или это было настолько проходящим, что в памяти из этого делаем вывод, что, возможно, нам, людям постарше, кажется, что мы много говорим, а на самом деле недостаточно. То есть такое тоже возможно? Возможно, но думаем, на самом боремся, деле, боремся, а на деле тенденция по росту профмероприятий, она идет, ну, вот последние, наверное, лет 5-6, прям очень усиленно. При учете, что вот, ну, лично я, да, работаю 10 лет в этой сфере, и даже на момент, когда я пришла, то есть там были, да, какие-то профилактические мероприятия, но они проводились там, ну, то есть раз там в неделю ты если сходил куда-то, то это хорошо. На сегодняшний день, вот последние 5 лет, очень активно все это дело у нас развивается, вплоть до того, что я могу там в один день в несколько школ бегать, да, то есть потому что то же самое предлагают, потому что зовут поговорить,
говорить, потому что, ну, где-то есть ситуации тоже много, не без этого. Да. Много. И, соответственно, конечно, сейчас работа, она, ну, 100% более усилена, активно, чем раньше. Да. А вот здесь есть вопрос. Вот недавно, буквально недели 2-3 назад, там специально обученные люди, ну, это в Москве форум против мифов проходил, как раз говорили о наркотиках, там проходил сбоку один вопрос, и мнения разделились как раз по поводу профилактики. По поводу влияния наркотиков на организм, там у ученых консенсус четкий. А вот по поводу профилактики, там мнения разделились. И вопрос тут как раз как к психологу. Прозвучало мнение, что вот именно информация о вреде, вообще-то о вреде наркотиков информация, которую мы вливаем детям, она может кого-то подтолкнуть, попробовать. Вот этот аспект, он насколько силен? Потому что про зло здоровью школьник ведь может мимо ушей пропустить. Он ведь, некоторые искренне думают, что они бессмертны. Ну, знаете, школьникам и говорят, что и по заброшенным зданиям бегать нельзя, потому что это опасно, опасно для здоровья, да, все это продолжается. Это вот как раз о том. Мы бессмертны. Запретный плод сладок, да. Я-то и сейчас себя бессмертным считаю, но школьник там вообще был без башки. Ну вот, да, вот ты, Алексей, мне кажется, интересный момент затронул. Вообще, в целом, говорить о наркотиках не вызовет ли интерес, даже если мы говорим о вреде? Смотрите, ну то, что касается бессмертности, да, у нас конкретно подростковый возраст с точки зрения вообще психологии, возрастной, да, он построен так, что действительно ребенок вообще не понимает, в принципе, да, что есть смерть, да, и что смерть — это конечная точка, из которой, в общем-то, да, ничего не дальше мной, нет уже, да. Помимо, там нельзя, как в игре. Помимо этого, да, у нас еще же в основном все во что-то играют, как бы, а там, где мы играем, там обычно всегда есть несколько жизней, да, или вариантов. Мы там умирали пересейвиться много раз, и так далее, да, поэтому такое более легкое отношение действительно присутствует, плюс возрастное, да. Но на самом деле то, что касается вот этого момента, да, стоит ли говорить, это, в общем-то, давние довольно-таки споры, да, и, но при учете, что, опять же, как мы сейчас сказали только что выше в статистике, да, они указывают в анкетах, что они не знают о последствиях. То есть как раз-таки говорить надо, вопрос, как говорить скорее, да, вот скажем так. Потому что, опять же, у нас есть определенные нормы, по которым мы обсуждаем. Да? Мы не можем разговаривать одинаково там, с пятиклассником и с одиннадцатиклассником. Да? Да, то есть, да, ну, это разный уровень информации и вообще, и, соответственно, уровень восприятия там, и так далее. Да? Мы не можем говорить о каких-то конкретных видах наркотиков. Да? То есть конкретно мы не имеем права никакого. Этого нельзя. Нет. Нельзя. Но это логично. Кстати. Нельзя, нечего, да. Ни название, ни, боже упаси, тем более там компоненты. Где найти, сколько стоит. Еще что-то в этом духе. Интернет лучший помощник, как говорится, да, в таких делах. Поэтому, а так вот, то, что касается, не возникнет у них интерес, наоборот, на почве этих разговоров, ну, поверьте, они и без нас с вами уже все это прекрасно знают, да, благодаря интернету. Ну, опять же, каждый второй пробовал. Да, да, поэтому, увы, они в большинстве случаев обладают очень большой информацией, только вопрос в том, что при учете информации в интернете очень много информации фейковой, да, неправильной, которая тоже употребление наркотиков преподносит как нечто такое. Прекрасное, замечательное, да, и безвредное. Потому, да, что размещают информацию те, кто продает. Конечно, конечно. Поэтому говорить надо обязательно, потому что иначе просто тогда они совсем не понимают ничего. И то, что касается вот нашего региона, да, я почему говорю, что это тоже очень важно, потому что в большинстве случаев у нас дети после школы, они стремятся получать образование за пределами региона, да, куда-то в крупные города уезжать для получения образования, где ситуация, естественно, ну, все равно чуть хуже обстоящая, чем здесь, крупные, да, понятно. Продавцы. Понятно, что у нас здесь тоже, да? Да, выбор всего там больше, да, вот в чем проблема. Не оазис, конечно, но... Нет, всего, пожалуйста, тем не менее, хотелось бы иметь. Очень много ситуаций, когда потом ребята, уже будучи, да, там 20-летними и чуть больше, возвращаются сюда для того, чтобы лечиться. По одной простой причине. Они здесь вырываются из нашего родителей контроля. Нет? Да, родителей нет, родители только по телефону, да.
Плюс ко всему у нас, в принципе, тут регион таков, да, что все друг друга знают. Сильно где-то попасть в какие-то неудачные ситуации, надо умудриться. Люди умудряются, конечно, но тем не менее, да. Все равно это становится известно быстро. Все друг друга знают, все друг друга, да, максимально даже зрительно, да, там имеют представление, кто где, откуда и все остальное. Там, естественно, всего этого нет. И если они туда приезжают, естественно, приезжих детей, да, с провинции всегда видно, в частности, с точки зрения, да, там, воспитательных моментов и так далее. И поэтому, конечно, там очень быстро их находят, те люди, которые на этом делают деньги. Целевая группа. Их абсолютно. А когда мы говорим «находят», то есть мы говорим о каких-то таких неких скаутах, которые ищут потенциальных жертв, которых можно сделать своими постоянными клиентами? Да, вполне. Это, то есть, люди, которые приходят в учебные заведения, которые тусуются возле них. Может, они даже там учатся? Может быть, они даже там учатся, конечно. Старшекурсник запросто может оказаться. Ну да, это, конечно, жутко. Но вообще, если мы говорим о нашем регионе, то давайте вот как бы обозначим возраст ребят, о которых мы говорим. Вот самому младшему ребенку, подростку, который столкнулся с проблемой наркомании, сколько на вашей памяти официально было? На сегодняшний день я могу сказать, что статистически у нас несовершеннолетних на учете нет. Это, конечно, хорошая очень тенденция, но, опять же, мы с вами должны понимать, что есть понятие, состоящие на учете, то есть те, которые попадают в поле зрения, есть все равно, да, какой-то процент, который мог не попасть, да, чисто теоретически, да, просто. Поэтому тут как бы тоже, в розовых очках пребывать нельзя, да, то есть понятно, что эта ситуация, она где-то все равно присутствует. Ну и давайте еще уточним, что те ребята, которым там за год до наступления определенного возраста, с которых считаются там подростки, да, или на год старше, когда они уже считаются взрослыми людьми, это все те же подростки, которые там разница небольшая между там 17-летним и 18-летним. Так, средний возраст, что касается региона, старше 20 в основном у нас. Вот, то есть вот эта тенденция, да, она имеет место быть, но я же говорю, расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что всякие ситуации бывают. А когда мы говорим о наркотиках, когда мы говорим о зависимостях, да, школьников, то о чем мы конкретно говорим? То есть это именно какие-то наркотические средства, это сигареты, это алкоголь, это там, не знаю, вейпы. Соли, вейпы, легкие, тяжелые, в такой категории. Чтобы там это не значило. Опять же, название не уточнять, по группам. Ну, никотиносодержащие самое основное, да, что на сегодняшний момент у нас есть. Плюс вот за последнее время, наверное, очень сильно усилилась ситуация с алкогольными напитками, кстати говоря, да, то есть именно даже не с наркотическими, а вот с алкогольными очень много, да, таких вот прям... Алкоголь ворота к чему угодно. Точечных ситуаций за последнее время их прям вот много появилось. Интересно, довольно-таки. Вообще, на самом деле, да, то, что касается алкоголя, он гораздо проще его... Но он легален. Не надо напрягаться даже искать, да, в общем-то, что пошел в магазин, купил, кого-то из старших попросил, там, зашли, купили, это же вообще не проблема. Ну и по статистике, какой-то там средний алкоголь, он дешевле, чем пачка сигарет. Ну, конечно, и да, в частности. И получается, что вот это... Тут не знаю, можно ли говорить о большем или меньшем зле, но тем не менее все-таки. Тут одно приводит к другому. Тоже зло кумулятивное, в любом случае. Накапливается. Конечно. Поэтому, то, что касается алкоголя, очень многие, кстати, старшеклассники, я имею в виду выпускные 9-й, 11-й класс, объясняют тем, что ОГЭ, ЕГЭ, тяжелая стрессовая ситуация, мы все переживаем, мы пытаемся как-то там снять стресс. Вот каждый раз они об этом говорят, и как-то... Вот нас в советской школе, мы тоже сдавали экзамены в 8-м, и в 10-м. Но попробуем мы родителям сказать, что это нас грузит. Да. Папа бы поднял бровь, я бы побежал учиться. И вообще, да, какая-то абсурдная ситуация получается, что для того, чтобы сдать экзамен больше, чем там на 60 баллов, накачу-ка я. Какой-то получается вот абсурд, учитывая все это последствия. Да, учитывая все, конечно, последствия употребления алкоголя в подростковом возрасте. Родителям же всем объяснили, что ЕГЭ – это стресс. Слышала, мама, ЕГЭ это спресс, так не надо. Да. А о каких последствиях мы можем говорить? То есть, так, влияет ли это как-то на память, на
восприятие реальности влияет? Естественно, это, вот, я имею в виду вне. Вот человек употребил, да, алкоголь или какое-то другое, да, другое вещество, которое вызывает зависимости. Вне этого потребления уже как-то поменяется человек? Кстати, да, алкоголь вызывает зависимость, мы все время забываем. Ну, конечно, да, в первую очередь, да, это самый основной момент, опять же, то, что касается алкоголя, у нас более такое лояльное, наверное, к нему отношение, в принципе, да, в обществе, но опять же. Но легален, но. Да, да. А то, что касается последствий, ну, они даже у взрослых людей, да, довольно серьезные, что уж там говорить. Причем, ну, у взрослых я, в общем, и с ребятами, да, когда общаемся, я говорю, вы поймите, что взрослые, когда я говорю, это речь идет не о возрасте, речь идет о степени сформированности организма, да, в первую очередь, да. Я говорю, поэтому, когда я вам говорю взрослый, значит, я имею в виду, что у него сформировался организм. То есть все, он уже вырос, да, внутренние органы у него пришли там в соответствующие... взрослому организму размеры там и так далее, у вас при учете, да, возрастных вот этих перестроек и так далее, и так, в общем-то, дикий дисбаланс в организме за счет того, что, да, там все очень активно развивается, перестраивается и так далее. А мы туда еще плеснем. Естественно, тут как бы любая, да, химия, которая поступает в любом виде, да, там сигареты, наркотики, алкоголь, все что, энергетики, да, сюда же тоже очень серьезная тема вообще. То, естественно, все это очень быстро начинает еще вообще не сформировавшиеся вот эти вот разбалансированные, да, внутренние органы приводить в негодность. Поэтому мы всегда же и говорим о том, что если подросток проживает подростковый период, да, без каких-то очень серьезных там рисков, связанных со своим собственным здоровьем, то да, из-за него вырастает взрослый человек, у которого, ну, как минимум, снижены риски, да, там, энного количества хронических заболеваний там, и так далее. Ну, если он дальше ведет правильный печень образ жизни, на месте, естественно. Да. Нормально. Поэтому то, что касается воздействия, то, что касается памяти, конечно, там проблемы, то, что касается внимания, тоже однозначно, да, то есть, ну, алкоголь вообще очень четко все когнитивные функции убивает довольно-таки быстро на самом-то деле, поэтому да, конечно. А какую роль здесь играют различные мифы вокруг альтернативных, да, так скажем, способов там курения или альтернативных каких-то, ну, те же энергетические, да, напитки для того, чтобы как-то повысить свой бонус? Вот то, что энергетики не безвредны, они повышают уровень энергии, ты чувствуешь себя бодро и т.д. и т.п. Мы все это слышим и в рекламе, и массовая культура нам это демонстрирует. Особенно с развитием технологий, да, когда у нас половина подростков геймеры, и видя то, что их любимые игроки вот мировой индустрии сидят с вот этими баночками, с десятками. Которые прописаны в рекламном контракте, на секундочку. И в то же время нам опять-таки из разных источников говорят, что вейпы безвредны, сначала говорили, потом говорили, что вот эти вот все там стики, не стики безвредны, да, что там смола не оседает. Правда ли это? Есть ли вообще вот альтернатива какая-то этому, или настолько это все из одной оперы, что альтернатив здесь и быть не может? Ну, как минимум на сегодняшний день, да, альтернатив нет. То есть все, что на сегодняшний день у нас существует, все, что, да, активно очень популяризируется в масс-медиа, да, в интернет-пространстве и так далее, все имеет последствия. Цену. Что касается альтернативных видов курения, да, там уже тоже миллион исследований на то, что это абсолютно то же самое, что и обычное курение. То есть и последствия смерти выпили, равно то же самое. Да, проблемы с бронхолегочной системой, там, и онкологические заболевания в перспективе, да, то есть тут уже как бы совершенно речи не идет о том, что это безопасная штука. Ну вот Алексей как раз-таки упомянул про смерти вейперов в Америке, а вот буквально в 2021 году уже в Москве был первый случай летального исхода. Да. И, насколько я помню, там чуть ли опасность всего этого и вред всего этого не больше, чем у сигареты. Или тут не может быть больше, меньше, если речь идет об опасности. Да. Сигарета вообще, по-моему, все убивает. Абсолютно. Просто открываешь учебник анатомии, на каждой странице есть орган, куда сигарета бьет. Да, абсолютно, конечно. Вейперы через страницу. А какая тебе разница? Абсолютно никакой, да. Ты же умрешь от чего-то одного. Какая тебе разница, что еще 10 органов будут на 50% работать, если один откажет в усмерть?
А насколько, вот, чтобы вот закрыть тему именно курения, да, насколько помогают здесь новые законопроекты, насколько помогает вот такая политика, да, что там возле школ запрещают продавать там сигареты, да, вейпы запрещают, да. То есть там каких-то кальянных не должно быть поблизости, там школы или детей туда, там подростков не должны пускать. Вот как это работает? Ой, ну для кого-то работает, для кого-то не работает. Мы же все с вами это понимаем прекрасно, да, бесконечно, во-первых, и недобросовестных продавцов, да, там где-то кто-то штрафует, сотрудники полиции, я имею в виду. Потому что то, что касается заработка денег, очень малое количество людей останавливается там перед какими-то запретами, законами, да, и так далее. То есть все равно, конечно, прецеденты случаются у нас бесконечные, да, поэтому здесь в определенном смысле, да, работает. Но, опять же, да, это очень все сложно на 100%, да, там, отконтролировать, там, каждый ларек, каждую точку, это тоже, ну, как бы, 24/7 держать ее в поле зрения, это с точки зрения, да, тяжело, да, конечно. Поэтому все равно, конечно, ситуации бывают, да, ну и, опять же, вот то, что касается... там законодательных систем, понятно, что ужесточение, да, оно приносит, да, там свои какие-то результаты, но ждать от них каких-то прям вот мега-результатов, да, ну не приходится, потому что даже вот с точки зрения алкоголя, все мы с вами прекрасно знаем, сухой закон у нас в свое время уже тоже был, да, и как бы сказать, что он был максимально результативен, ну тоже, увы, да, не приходится. Было очень много других ситуаций, пили, которые усугубляли вообще все это дело. Да, поэтому... героиновый бум в 90-х. Да, тоже. Да, поэтому здесь как бы с точки зрения законодательства можно, конечно, там до бесконечности усиливать, да, там законы, ужесточать и так далее, все это понятно. В одиночку закон не работает? В одиночку нет. Вообще перестройка сознания как минимум нужна, что, конечно, очень... Перестройка сознания чья? Учителей, детей, родителей? Всех. Общества. Общества в целом. Ой, как этого добиться? Только максимально информировать. По-другому никак. А вот как информировать? Потому что мы все понимаем, что любой подросток — это такой маленький революционер, это бунтарь, и вы и взрослые... И лоботряс одновременно. Да, и вы взрослые, ничего не понимаете, а я умнее всех. А вот пацаны во дворе мне правду скажут. Да, они же мои друзья. Да, все мы проходили через этот юношеский максимализм, это, ну, как бы... Тот, кто скажет «нет», мне кажется, обманет. Конечно. Да. И как вот тут взрослому человеку, да, ну, специалисту, подойти к этому ежику, да, такому... И втереться в доверие. Да, и чтобы он мало того, что не посмеялся побыстрее тебе в лицо и сам тебе не рассказал все, как то, что он знает. Нам, да, пора поговорить, а что ты хочешь знать? Да. Вот. И сделать так, чтобы все это сработало так, как надо. Максимально доверительное, во-первых, общение, да, даже если мы не берем там специалистов, родителей, да, то есть максимально доверительное общение. Если вы обсуждаете эту тему, значит, вы должны, ну, во-первых, сами быть максимально информированными, да, не так, чтобы ребенок вас мог в тупик поставить каким-нибудь своим вопросом, да, при учете того, что информирован он достаточно хорошо. Поэтому родителям, конечно, тоже надо поспевать очень за информацией вообще в этом вопросе, да, чтобы просто, ну, ребенку действительно не было смешно от того, что вы не смогли там ему ответить на какой-то вопрос. А каверзные вопросы они очень любят, конечно, да, их прям вот, я иногда прям в глазах вижу вот это вот желание, да, как-нибудь поставить тебя в неудобное положение, чтобы ты либо не смог, да, не смог ответить на этот вопрос, либо, ну, как-то задумался, как корректнее, да, там ответить на этот вопрос и так далее. Естественно, да, опять же, это возраст. Ну, тем не менее, да, если ты сам имеешь определенное количество информации, определенное количество примеров, кстати, да, вообще лучше всего работают на самом деле примеры, потому что, причем, ну, те, которые ты можешь привести, да, там, из числа, ну, вот я, допустим, привожу все время там наши городские, республиканские примеры, да, потому что где-то далеко нам это неинтересно, это же вообще где-то далеко происходит, это нам это зачем, да, жизнь, соответственно. Примеры из, наверное, массовой какой-то, да, культуры. Да, тоже, конечно, в частности, да, то есть вот есть какие-то же все равно, да, такие ситуации, которые у нас больше всего там на слуху и так далее. На самом деле... 27, да, в котором большинство его членов
умерли, ну, находясь в нетрезвом состоянии или по причине того, что они были в нетрезвом состоянии. Поэтому там только вот этот вот список можно перечислять. Конечно. Ну и на самом деле никогда, наверное, не ждать, что у ребенка от этой информации, да, там челюсть упадет на пол, и он будет там максимально упадет, шокирован. Он не покажет. Нет, конечно, да, потому что вот очень часто при проведении мероприятий, да, они же все равно, мы, ну, чаще всего, вот лично я беру, да, там один класс, потому что мне там 150 человек в зале, но это глупо, да, потому что на самом деле они тогда вообще не слушают. Ну, они друг с другом там что-то взаимодействуют, общаются и так далее, да, да. Когда они у тебя сидят один на один с тобой, тогда еще, да, максимальный хотя бы какой-то контакт, да, присутствует. И иногда преподаватели, ну вот они все равно же между собой переговариваются, да, там какие-то моменты начинают обсуждать, и преподаватели их ругают за это. Я говорю, не надо их ругать, они мне не мешают, да, тем, что они там тихонечко переговариваются на предмет, да. Потому что понятно, что кто-то может вслух выразить, да, там какой-то вопрос, кто-то не может, да, и так далее. Ну и, естественно, все равно у нас есть вот эта вот защитная реакция, да, которая, ну, что вы нам тут рассказываете, мы все без вас прекрасно знаем, мы и так умные, да, мы все это уже миллион раз слышали там и так далее. Не ждать, что это действительно вызовет какой-то прям ажиотаж, да, который прям все на 100% будут вовлечены в эту беседу, да, там и так далее. Я всегда говорю, если из аудитории там от 3 до 7 человек тебя услышало в тот момент, когда ты пришел, это уже классно, да. Дальше ты приходишь в следующий раз, еще кто-то тебя услышал. Ну, то есть это очень такая кропотливая, планомерная работа, да. Ждать от нее моментального результата тоже как бы не приходится на самом-то деле. А вот, кстати, мы быстро проскочили, да, тему энергетики. Но все-таки, мне кажется, очень важно об этом поговорить. Это очень важно. Хорошо, алкогольные энергетики запретили. Это же вообще было. Да, но если мы говорим об энергетических напитках, да, многие их воспринимают, ну, просто как газировку, и, собственно, и потребляют ее в таких же количествах. То есть мы видим на полках магазинов не 0,33, да, там баночки, а полулитровые, которые выпиваются по несколько штук за день одним человеком. Каков вред? Да, о вреде газировки нам с детства рассказывают, это и так понятно, что газировка там зубы портит, зверь. Желудок, да, портит. Но если мы говорим конкретно об энергетиках, то я так понимаю, что там влияние на мозг гораздо более существенное. Да и на сердце. Энергетики, да, у нас максимально сейчас популярны, да, вплоть до того, что школьники, начальная школа, можешь увидеть, да, с банками ходят с этими. И, в общем-то, не говоря уже там о старших, да, действительно, сейчас очень растиражированная такая вещь. Опять же, чуть не больше алкоголя. С точки зрения, опять же, маркетинга, если рассматривать, да, я думаю, что мы все банки видели, они все яркие, привлекающие внимание. И очень, ну, как бы стильные, да, как минимум. Да. Хотя вот тоже, опять же, да, 5 класс мне один раз в одной из школ честно ответил, что почему вы их пьете? Потому что они вкусные, мне сказали. Вот. Ну, то есть, опять же, да, конечно. Да, да. Ну, лимонадик, ну, газировка, да, то есть, оно же по вкусу. Вкусу. Но, по-моему, исчерпывающий ответ, он все объяснил. Да, они просто, говорят, вкусные. Все, на этом вот точка. А то, что там дальше, да, какие-то там вещества есть, которые вредные, там уже, естественно, речи не идет. А то, что касается вообще, конечно, там кофеин, таурин, да, два действующих компонента, да, которые присутствуют у нас в любом виде энергетика. Ну, вопрос в том, что мы с вами знаем прекрасно о том, что кофе много пить нельзя, да, то есть, как бы, кофеин в большом количестве, он очень сильно изматывает сердечно-сосудистую систему. И... Алексей, вот мне кажется, это вашу сторону, да, информация про кофеек. Ну, мы как минимум сейчас имеем в виду подростков, у которых сердечно-сосудистая система как минимум еще растет. Ну, и если говорить о взрослых, то это уже дело как бы каждого взрослого. Вот и в чае много кофеина, да? Да. Вот, например, чайман, и я пью чая, ну, в равных количествах, как люди пьют кофе. Но тут еще надо понимать, когда мы говорим про кофе, это одно, а когда мы говорим про энергетики, там это кофе с таурином и система доставки газированная. И там кофеина больше. Резкий вброс, одним ударом. То есть там кофеина огромное количество. И опять же, вот как ты правильно сказала, да, то есть у нас объем... И одну банку никто не банок, вот именно, что он 0,5. Хотя если брать какие-то, ну, может быть, грубо будет сказано, да, более или менее...
адекватные производители, то там действительно дозировку рекомендуемая, они пишут 0,33 в сутки. То есть одна маленькая баночка, не 0,5, когда их несколько, и даже не одна 0,5. Давайте разделим, вот как это работает. Как работает, грубо говоря, кофе, да, с энергией, с мозгом человека, и как работает энергетик. То есть в чем именно... вот это вот уже ужасающая разница. А на самом деле, как бы у них механизм воздействия одинаковый, да, только в кофе ты, ну, выпиваешь там маленькое количество этого кофеина все равно, да, там сколько бы то ты ни сыпал. То есть даже если порция большая, там кофеина меньше. Кто-нибудь видел пол-литровые кружки для кофе? Нет, я видел, мне подарили однажды, но я из нее не пью, она сувенирная. Нет, вот, там кофеина больше гораздо, конечно. И за счет вот этого огромного количества кофе... Вообще кофеин что делает? Он стимулирует к более активной работе сердечно-сосудистой системы. Да. Да? Поэтому утром мы не выспались, кофеечек выпили, нам стало немножечко пободрее. Да? Количество кофеина... Та же история с чаем в целом, если мы говорим. Да, количество кофеина в энергетике, оно ужасающее. Поэтому оно, когда поступает, да, правильно было сказано, да, за счет формы плюс еще газированной, то же самое усваивается гораздо быстрее, да. Одним ударом. И, соответственно, это, ну, сердце начинает работать просто-напросто, ну, на износ. Если это делать в системе, да, или несколько банок в день, то, естественно, к определенному моменту, конечно, сердце, оно просто перерабатывает, да, так скажем. Мы с вами знаем прекрасно о том, что сердце — это мышца, да, в первую очередь, мышечная ткань. А вот спортсмены не дадут соврать, что когда мышца любая, вот если она перетренирована, да, или перегружена, это, ну, прямой путь, в общем-то, в спортивную травму. Рано или поздно. И поэтому здесь, в общем-то, та же самая история. Рано или поздно сердечная мышца нарвется. Ну, то есть получается инфаркт. А стенки желудочков сердечных, уважаемые телезрители, они тоненькие. Это нам кажется, что это кусок мяса. Ничего подобного. Там, дай бог, 3 миллиметра стенки левого правого. Конечно. 3 миллиметра стеночка, которая вот пол-литра крови, бац, таким ударом. Не дай бог ее повредить. И поэтому у нас на сегодняшний день, то, что касается сердечно-сосудистых патологий, очень много людей от 18 и выше с инфарктами и так далее. Хотя, ну, как бы, по сути, раньше у нас всегда считалось, что старше 45, если инфаркт, это нонсенс, да, то есть ранний, инфаркт, в принципе, молодой, всегда говорили для такого заболевания. Сейчас у нас очень сдвинулась вся эта история за счет, опять же, вот, ну, злоупотребления, да. А плюс ко всему я могу то, что касается энергетиков, прям тоже привести конкретный пример, да, на городе. Буквально вот, наверное... чтобы не соврать, да, конец зимы и начало весны рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних материал, собственно, следующего содержания. Да, две девчонки, обучающиеся наших городских школ, созвонились, пошли погулять, по дороге решили выпить энергетика. Девочка, которая выпила, ну, не очень много, да, ей просто было очень плохо, то есть до вызова скорой помощи. Вторая девочка впала в кому на сутки. Сколько им было? 13-14 лет. Вот, понимаете, да, ситуация. Возьмите какая. Родители на заметку. Да, вы детсадовцы. Да. 13-14. Вы можете подумать, что с ними будет. А вот что с ними будет. Угу. Скорая, кома, все дела. Ну, чтобы там далеко не ходить, да, мы с Алексеем иногда и себя, да, как бы приводим в пример в некоторых ситуациях. Ну вот одно время тоже, когда, знаете, вот много работы, и уже там, ну, я кофе не пью просто-напросто. Свидетельство не пью. Да. Это чистая правда. Чайман, но кофе вообще не пью. И, ну, для повышения, естественно, тонуса покупаешь эту баночку, все, выпил, и вкусненько, да, как говорят пятиклассники, да, тут нельзя не согласиться, и вроде бы энергии добавилось. Но, во-первых, я поняла, что даже вот после одного такого дня появляется какое-то чувство, что ты хочешь этот напиток. То есть вот это вот вызывает такое, да, действительно, ну, привыкание. Да, 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 да. Но дело в том, что эта вся история закончилась тогда, когда я поняла, что как-то, ну, не очень хорошо я себя чувствую в плане там и сердцебиения. Хотя это продолжалось, естественно, недолгий срок. Это там, ну, какой-то загруженный рабочий период. Это было там еще в начале моего трудового пути, но с тех пор, собственно, ну, страшно бывает вот даже вот смотреть на то, как это пьют подростки, дети, а учитывая еще то, что популярные производители начинают тоже включать в линейку своих товаров и вот эти энергетики. Везде, конечно, где да. ни попадя. Мы все помним, которая крыляет в свое время в интернете.
Вот из утюга нам рассказывали, как он окрыляет. Да, 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 да. И остальные там же сейчас рядом никуда не делись. И туда же безалкогольное пиво в плане рекламы, о, я, да, имею в виду. Да. Та же самая история, да, с этим, потому что, опять же, с точки зрения законодательства у нас реклама алкогольных напитков, угу, она запрещена официально, да, на телевидении, но да, в частности. Но зато безалкогольная у нас, а прекрасная, то, реклама крутится, да. Поэтому форточка здесь вот, Авертона, вот, опять открыли же, да, хотя с точки зрения адекватного мышления, да, ну, это не мы... может быть пиво безалкогольным, ребята. Ну, никак оно не это может не вообще, да, потому что вообще хмель-солод, да, это результат брожения. В процессе брожения вырабатывается этиловый спирт. Вино дома, если кто-то делает, да, то мы прекрасно знаем, что у нас, когда мы заливаем туда сок виноградный, виноградный сок безалкогольный, да? Да. В процессе химической реакции с добавлением компонентов у нас вырабатывается этиловый спирт, мы получаем конкретно алкогольный напиток, да? Поэтому то, что касается пива, история, знаете, та же самая. Знаете, если так глубоко копнуть, то и кефир, да? Да, это, да. Не свежий, если то да, вполне. Да, да, да. То есть есть там какая-то минимальная, но все-таки... такой градусик. Давайте не будем, а то сейчас народ бросится скупать кефир. Ой, там сильно много надо будет выпить, да, поэтому это там надо просто быть... чисто физически только не получится. Да. Да, по-моему, даже проводили эксперимент. Там... Да, что вред для здоровья вы не от спирта получите, да, а просто да, от объема, от физического объема. Ну вот, кстати, вот подходя к тему алкоголя, давайте сейчас посмотрим небольшой сюжет, который расскажет о том, насколько незаконно, насколько неправомерна продажа алкоголя несовершеннолетним. Этот рейд проводится ежегодно у нас в республике. И вот давайте посмотрим, как проходил один из них. Алкоголизм – настоящая чума 21 века. По оценке медиков, в целом по России хроническим алкоголизмом сейчас страдает более 2 миллионов человек. И с каждым годом эта цифра растет. И даже в Карачаево-Черкесии, постоянно занимающей лидирующие позиции в национальном рейтинге трезвости, за последние 6 месяцев зарегистрировано более 3500 людей, страдающих хроническим алкоголизмом. В этом году тоже наша республика заняла в этом рейтинге 4-е место, что, в принципе, нас, конечно, очень радует, но, конечно же, если не обращать на эту проблему должного внимания, то всегда есть вероятность, что ситуация может здесь ухудшиться. Поэтому, конечно же, всегда, помимо лечения и реабилитации, что, конечно, тоже очень важно, всегда особое место в нашей работе занимает именно первичная профилактика употребления алкоголя и употребления наркотиков именно в подростковой и в молодежной среде. Если говорить об употреблении алкоголя среди молодежи, то в последние годы распитие спиртных напитков среди подростков, к сожалению, набирает обороты. Для многих школьников спиртное кажется атрибутом взрослой крутой жизни, а про его разрушительное воздействие на подрастающий организм они и слушать не хотят. Проводят классные часы по теме алкоголя. Классные руководители, соцпедагог и в том числе я. Но я чаще использую, наверное, более тренинговые занятия при работе с этой темой. Нынешнее поколение открыто во всем. В принципе, найти общий язык можно с каждым ребенком. И тем более, если они доверяют взрослому человеку, который с ними работает, то они достаточно открыты. Сейчас на федеральном уровне обсуждается проект о повышении возрастного ценза для продажи алкоголя. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает увеличение возраста при продаже спиртных напитков до 21 года абсолютно правильной мерой. Кстати, это предложение уже поддержали многие регионы страны, и наша республика в том числе. Конечно же, если мы говорим о повышении возрастного ценза для продажи алкоголя, то здесь, безусловно, мы как специалисты всегда говорим, что эта мера довольно необходимая по одной простой причине. Всегда подростки, то есть возраст, начиная с 13-летнего возраста по 18 лет, это тот возраст, когда у ребенка активно формируется его психика и активно формируется, соответственно, его физическое развитие. Ну, если сказать грубо, мы можем сказать, что ребенок в этот период времени переходит по состоянию своего организма из состояния ребенка к состоянию взрослого человека. Поэтому, конечно же, все пагубные привычки, опять же, учитывая психологию, подростковый возраст, он всегда остается одним из самых проблематичных в плане зависимости различных, да, конечно же, это довольно неплохо.
Но, к сожалению, даже существующий возрастной ценз не является непреодолимой преградой для несовершеннолетних поклонников Бахуса. Например, в Черкесске школьникам совсем не трудно купить алкоголь. Для этого достаточно зайти в какой-нибудь ларек. Для нашего социального эксперимента мы решили выбрать двух подростков, которые любезно согласились нам помочь. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тоня, мне 17 лет. Меня зовут Амин, мне 14 лет. Как видите, им еще нет 18 лет, но тем не менее они попробуют купить алкогольную продукцию в магазинах. Чтобы наглядно показать вам ход эксперимента, мы снимали его на камеру мобильного телефона. Итак, в первом магазине нашему добровольцу удалось купить пиво. Идем дальше. И во втором ларьке продавщица, не спрашивая возраст девочки, взяла деньги. А тебе сколько лет? А вот нашему более юному участнику в некоторых магазинах отказались продавать спиртное, поинтересовавшись его возрастом. А где-то ему все же удалось купить алкоголь, хотя на самом деле ему всего 14 лет. Я приняла участие в этом социальном эксперименте просто потому, что мне самой было интересно, насколько в нашем городе продавцы добросовестны и действительно продадут ли они алкоголь, не спрашивая паспорт, не узнавая возраст человека, который покупает. Вот. И, честно сказать, я результатом была очень-очень удивлена. Результат в основном положительный, но я удивлен, что в некоторых магазинах мне все-таки продавали алкоголь. Как видите, добросовестные продавцы есть не во всех магазинах. В погоне за выручкой кое-кто из них совсем не переживает, продавая алкоголь несовершеннолетним. Выявлением таких нарушителей занимаются активисты программы «Трезвая Россия», которая уже несколько лет действует у нас в республике. На первом выявлении ждет административная ответственность. Это штраф до 50 тысяч рублей, после второго до 500 тысяч рублей. И если третий раз уже выявляем, то уже идет уголовная ответственность. Словом, решение проблемы алкоголизма в наших руках. И мы можем, если не искоренить ее полностью, то хотя бы добиться того, чтобы в наших магазинах прекратили продавать спиртное 14-летним подросткам. Тем более, что и закон, и здравый смысл на нашей стороне. Возвращаемся в студию, продолжаем говорить о детях и различных видах наркотических веществ, куда мы без всякого сомнения зачисляем сейчас уже и алкоголь, и никотин. Они, конечно, ВОЗом не признаны наркотиками, но привыкание в полный рост. И вот как раз хотелось бы вернуться к моменту. Ну, во-первых, безусловно, надо родителям работать с детьми. И когда мы говорим о том, что это нужно доверительный разговор, доверительные отношения, то есть что понимается? Мне как родителю надо готовиться к этому разговору с моим ребенком, что, с детского сада? Ну, с доверительные да. отношения, если мы да, имеем в виду. Да, конечно. Если не, про доверительные, если не раньше. Потому что потом наверстывают. Да. Тяжело. Да. Потому что, вы знаете, мне кажется, что сейчас дети могут уже из садика принести вам такое количество информации, что Бог, там хоть стой, хоть падай. У нас хороший садик, уважаемый зритель. Мне очень нравятся мои воспитатели. Тут дело же не от садика зависит. Где-нибудь может быть. Или я опять прячу голову, как страус в песок. Не, ну я просто сам вожу девочек и знаком с воспитателями. Ну, знаете, мне кажется, воспитатели у нас хорошие. Да, здесь речь идет еще, знаете, не столько о воспитателях, сколько в каждой семье разная да. атмосфера, а дети конечно. Между собой смешиваются это, да. уже дети в одном разные. Социуме. Иногда, да, и один ребенок придет и просто скажет, что меня теперь зовут так просто, как там соседку по столику, за которым они завтракают, а другой придет и скажет, а что такое там водка, не знаю, потому да. что кто-то из других детей употреблял это слово. Вот как работать и нужно ли работать с родителями, дошколят, школьников, да, наверное, даже и студентов. Ну, что касается детского сада, это ж все мы знаем, да, наверное, эту шутку, что, говорит, воспитательницы жалуются, что после выходных дети между собой стукаются кружечками чая или компота. Ну, то есть это же вот тоже, да, на чем-то основано, опять же. Безусловно. Вот. То, что касается родителей, конечно, потому что сколько бы мы ни говорили, да, там, как специалисты с детьми, естественно, мы для них не имеем такого авторитета, как имеют родители, да. Поэтому, конечно, доверительное отношение с ребенком
браком, они выстраиваются, ну, с самого начала, буквально, да, там с, чуть ли не с младенчества, можно даже вполне себе сказать, потому что ребенок должен общаться с вами так, чтобы он мог, ну, во всяком случае, если не прям уж все, да, там вам выложить, но хотя бы многое, да, конечно, должны знать, с кем общается. Вот это очень важно сейчас, да, понятно, что интернет, очень много, помимо того, что они между собой тут может общаются, может не общаются, очень много, да, там они общаются с кем-то по социальным сетям, да, иногда это, кто угодно. Иногда это даже не люди, которые находятся у нас в регионе, да, ну, потому что через интернет иногда общаются там по интересам из каких-то других городов. И далеко не всегда того возраста, который указан на страничке. Да, вот в этом, конечно, очень большой момент, поэтому... То, что касается интернета, он сейчас ого-го как имеет место быть в плане негативного воздействия. Да? Mm-hmm. Ясно, что у него много полезных функций, конечно, да, не без этого, но тем не менее. И в плане покупки, приобретения, да, наркотических всяких веществ, да. Никотинсодержащих, кстати, в частности, да. Все у нас активно очень деньги через интернет делается. Это вот самое поэтому быстрое, интернет, да, хоть и все что угодно, да. Мы с вами возьмем, заканчивая там терроризмом, да, экстремизмом и всеми делами. Кит. Поэтому тут как бы столько опасностей вокруг, что ну, действительно надо по возможности все-таки знать, что именно ребенок делает, да, что с ним происходит. Как минимум иначе, быть подписанным на его страничку. Да. А нужно ли ребенка ограничивать от какого-то ну, другого контента, который может спровоцировать желание ребенка чего-то попробовать? Да? Мы уже упоминали те же самые компьютерные игры, одной из частей субкультуры которых являются, собственно, энергетические напитки, те же электронные сигареты и так далее. Да ладно, и так просто далее. Клипы в интернете посмотрим. Вот, да, да. Да. Ну, вот, нужно ли действительно ограничивать ну, от такого контента? И как это тоже делать, учитывая, что ребенок, ну, интернет это открытая площадка, да. Конечно, да, то, что касается интернета, это сложно, и, в принципе, вот если раньше даже мы говорили, что у любого провайдера, да, там есть функция родительского контроля или mm-hmm. запрет там определенных страниц, сайтов и так далее, да, ну, опять же, у нас mm-hmm. сейчас дети очень грамотные, они с помощью mm-hmm. определенных других программ благополучно авторы обходят всякие говорили, да, различные запреты и так далее, но... Конечно, да, я повторюсь, да, вы должны знать, что по возможности там ваш ребенок делает в интернете. Но с другой точки зрения, да, сказать, что прям максимально все закрыть, ну, это тоже немножко неправильный mm-hmm. вариант, потому что, да, гиперопека, да, и все mm-hmm. вот эти вещи очень часто, кстати, тоже приводят к тому, что ребенок, как только вырывается из-под контроля, он это действительно начинает делать все, что угодно, тяжкие, да. Ну, просто, да, любой человек, когда его слишком хотят контролировать, неважно, какого он возраста, естественно, он протестует на это, да, на поэтому доверительные отношения и по возможности просматривать, да, что он там делает. Угу. Ну, либо уже, если где-то там увидели что-то такое, значит, надо обговаривать этот момент, потому что ну, на 100% мы не сможем с вами интернет закрыть, это... ни к чему хорошему тоже не приведет. У нас остается всего пара минут, но вот важный, мне кажется, вопрос, в какой момент родителям нужно обращаться к специалистам? За помощью уже, если есть какие-то... За психологическую помощь. Мы же очень часто думаем, что мы сами справимся. Зачем? К сожалению, то, что касается зависимости, действительно, люди очень часто приходят поздно. И, опять же, если говорить о детях, родители о зависимостях детей узнают по статистике последними всегда. Хотя, казалось бы, да, но вот так вот получается. Да, поэтому как только вы начинаете замечать, что ребенок как-то изрядно поменялся. Опять же, понятно, что подростковый возраст, они и так тоже сильно меняются, много чего может измениться. Да? Но если вы смотрите, что поменялось сразу несколько моментов там, грубо говоря, да, там сменился круг общения на какой-то вообще непонятный. Если ребенок был очень общительным, активным и так далее, стал пассивным, не стал с вами вообще никак взаимодействовать и так далее. Да? Если изменилось, допустим, там время прихода, резкая смена круга интересов, да, то есть что-то одно интересовало, забросили, ходить перестали туда совсем. Плюс ко всему чрезмерный аппетит или отсутствие аппетита. Mm-hmm. Да, то же самое, это две крайности, которые могут об этом, обо всем говорить. Если уж тем более вы где-то там в вещах находите какие-то неизвестные вам, да, там пакетики, упаковочки, фольгу, все что угодно, да,
ну и так далее. Очень много можно привести там примеров. Со сном та же самая история, да, то есть либо слишком спит, много либо спит постоянно, либо не спит вообще и так далее. То есть вы смотрите прям, ну, вы своих детей знаете все-таки, да, как они себя обычно ведут. Если все очень сильно изменилось, то лучше как бы перестраховаться все-таки, да, обращаться к специалистам необходимо. Мы сегодня вот тоже с детьми как раз 9-11 класса буквально обсуждали этот момент с ОГЭ и с ЕГЭ, да, что нужно, если у вас какие-то стрессовые действительно реакции чересчур, вам нужно, ну, обращаться к психологам и не бояться этого делать. Да? То же самое могу сказать и родителям, потому что у нас вот это бытующее мнение, что психолог — это равно психиатр, да, и поэтому мы к нему не пойдем. Если ты пойдешь к психологу, ты псих, и тебя положат в дурку. Да, конечно. Соседи узнают. Поэтому нет, это, конечно, абсолютно разные вещи. Все-таки психиатр занимается уже очень серьезными заболеваниями, да, которые связаны с психикой. Психолог — это человек, который помогает выходить из стрессовых ситуаций, корректировать их и так далее. Если бы мы все вовремя, да, в какие-то моменты обращались к специалистам, я вас уверяю, жизнь была бы гораздо радужнее и прекраснее. Если бы все те люди, которые у психологов, у психиатров сидят в свое время к психологу вовремя сходили, им бы психиатра не понадобилось. Поэтому в случае чего, конечно, нужно обращаться к специалистам. Это уже, как говорится, вопрос вашего выбора, да, куда обращаться. А то, что касается наших специалистов, обращаться можно в город Черкесск, улица 1 Подгорная, 10. Работаем кроме воскресенья с 8 до 15 с понедельника по пятницу, с 8 до 12 в субботу у нас дежурный врач присутствует всегда, поэтому по всем вопросам можно обращаться. По вопросам профилактики, если какие-то вопросы есть, можно обращаться ко мне. В принципе, мой номер в любой школе, он есть. Ну и плюс наша страница в социальной сети Instagram, нарколог, нижнее подчеркивание, КЧР, то же самое веду ее я, обращаться можно туда в директ писать. То есть много каналов связи. Инесс, спасибо большое, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию, потому что тема острая, интересная. Мне кажется, что в начале года учебного года обсудить это и еще раз напомнить и детям, и родителям о том, что их может подстерегать в школьной жизни. Мы прощаемся и с вами, дорогие телезрители. И, как всегда, ненадолго. Увидимся уже завтра в 17:00 на телеканале «Архыз-24». Всего доброго, до свидания. И помните, на самом деле, если вы не будете общаться и заботиться о ваших детях, найдутся люди, которые вас заменят. И ничем хорошим это не закончится. Давайте любить своих детей по всем правилам. До свидания.